Ну, сколько мне еще ждать? Что это может быть? Скотина! Thank you.
Сдохнешь! Сдохнешь! Хотелось. Yeah.
Рад тебя снова видеть! Я наслышан о резвых эфирских жеребцах. Не хочешь ли устроить состязание? Наши кони стремительны, как западный ветер, и я с радостью это докажу. Будем состязаться. Поскачем еще раз. С удовольствием! Но! Вперед! Покажи, на что ты способен! Эфирские жеребцы быстры, как ветер, но мой конь ни в чем им не уступит. Поздравляю. Прошу, прими это седло в награду и на память о нашей гонке. С ним ты сможешь скакать еще быстрее. Благодарю. Как тебе новая одежка, плотва? Ха! То, как ты относишься к своему коню, многое о тебе говорит. Мне удалось найти твои чертежи. Я знал, что ты мне поможешь. Ты возвращаешь мне веру в людей, ибо сейчас я вижу, что даже в столь варварском краю можно встретить истинное благородство. Пустяки не стоят благодарности. Как мы и договорились, я сделаю для тебя копии чертежей. Но это займет целый день. Возвратись ко мне завтра, и ты получишь свою награду. В таком случае, до завтра. Рад тебя снова видеть! Копии чертежей уже готовы? Готовы. Прошу тебя, прими их вместе с моей благодарностью. Благодарю. Доброго тебе здоровья. Thank you.
Приветствую. Привет тебе, и да славится вечное дело сотворения мира. Ты только не обижайся, но прославлять в этом мире особо нечего. Нордлинги, вечно на все жалуетесь, ходите с кислыми минами. Человек поздоровался, а вы уже готовы в драку кидаться. Ну, в этот раз уже как будто я жалуюсь, а ты, видно, пришел по делу. К сожалению, я ничего не могу для тебя сделать. Я лишился всего имущества вместе с инструментами. Ты ремесленник или чародей? В вашем языке нет подходящего слова для моей профессии. Я ученый и художник. Немного ремесленник, а немного маг. Слышал ли ты о геомантии или о рунотворстве? Не слышал, но слово «рунотворство» говорит само за себя. Верно. Но я не только создаю магические руны и глифы, но и связываю их в могущественные слова силы. У моего искусства также есть магическое назначение. Правильно подобранными руническими камнями можно укрепить меч, а сложенное из них слово даст оружию большую силу. То есть я могу составить слово из глифов и укрепить им оружие. Иногда люди нанимают меня выручать их из беды. Мне уже случалось отыскивать потерянное добро. Мне ты ничем помочь не сможешь. Корабль, на котором я плыл, утонул в открытом море. А купить новые инструменты религия не позволяет? Их делали под заказ по моим эскизам. Стоили целое состояние. А все деньги, что я вез с собой сейчас в темной бездне, вместе с инструментами. Похоже, твое ремесло может быть для меня полезным. Кроме того, я решил не бросать тебя в беде. Я раздобуду для тебя деньги, а ты взамен изготовишь для меня руны и глифы. Ты уверен? Речь идет и правда о значительных суммах. Даже самые простые глифы требуют дорогих инструментов, не говоря уже о более сложных, а тем более глифах мастера. Не боись. Я чувствую, что для меня это будет хорошим вложением. Когда ты рассказывал о своем искусстве, ты говорил как человек веры, не как ученый. У вас вера и наука разделены. А там, откуда я родом, святые отцы — это одновременно и ученые, которых ценят за их мудрость. В каких богов вы верите в Афире? Это зависит от региона. Меня воспитали в вере в единого Бога, который и есть мир. Бог говорит с нами через символы, а мы приближаемся к Нему, изучая Его язык. Символы — это руны и глифы? Это лишь знаки, вымышленные людским умом, чтобы проще было описывать мир. Однако в них есть магическая сила, а всякая магия идет от Бога. Когда я творю руны, когда складываю их в слова, я молюсь, а когда заклинаю ими меч, то даю благословение. Интересно, что тебя сюда привело? Просто жажда знаний. Мой мастер научил меня всему, что знал сам. Я выучил все языки соседних стран, затвердил имя каждого растения и каждого зверя. А стоило рисковать, отправляясь в столь далекое путешествие? Дома я мог бы жить в достатке и уважении. Так ценны и прекрасны мои творения. Но в этой жизни я не мог бы реализоваться.
Мир велик и разнообразен, и он все время создается снова. Наш мир — это загадка, и он говорит с нами через символы. Я хочу выучить язык мира, понять знаки, которые он нам посылает, и порядок их написания. Так я постигну принцип творения. У меня при себе есть деньги. Этого хватит? Ну, для начала. Дорогостоящее ремесло. Мало того, деньги — это еще не все. Мне также понадобится весомых размеров нефритовый камень. Я посмотрю, что удастся сделать. Небольшие залежи нефрита есть к северо-востоку от Новиграда. Попытаю удачу там. Пошла. Надо продолжать поиски. Ну давай!
Что это может быть? Thank you.
Теперь надо его достать. Вижу, мои деньги не пропали даром. Не представляешь, с каким удовольствием я вернулся к своему занятию. Благодарю тебя. Не за что. Как идет работа? Я уже создал несколько младших рун для начала. К сожалению, инструменты и материалы, которыми я сейчас располагаю, не позволяют мне создать ничего лучше. Тебе повезло, я нашел немного нефрита. Вот. Это да, спасибо. Если хочешь посмотреть на мои творения, милости прошу. Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Я принес деньги, чтобы улучшить твою мастерскую. Тысячекратно тебя благодарю. Ты слишком добр ко мне. Твоя работа стоит этих денег. Я гляжу, работа кипит. О, да. Я заказал нужные инструменты ремесленникам из Новиграда. Взяли с меня за них, как будто они из чистого золота. Но, по крайней мере, я могу по-настоящему взяться за дело. Я изготовил несколько новых рун, глифов и чертежей. Взгляни, может, выберешь что-то для себя. Значит, ты можешь теперь развернуться на полную?
Ты спрашиваешь про настоящие руны мастера? Нет, для их изготовления нужно намного больше денег. Я принес еще немного денег. Этого уже должно хватить. На инструменты хватит. Но есть еще кое-какие редкие материалы. Исключено. А теперь хочу посмотреть, на что ушло мое золото. Теперь у меня есть все, что нужно. Это точно? Все необходимые расходы можно покрыть незначительными суммами. Да и никаких редких камней мне тоже не нужно. Надо же, даже не верится. А еще у меня есть бутылка вина из родных мест. Мы должны поднять тост за успех. Твое здоровье. Благодарю за помощь. Если хочешь посмотреть мою самую новую работу, прошу. Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Спасибо, будь здоров.